Подскажите, пожалуйста, действующие власти, какие уроки своих предшественников они должны и выучить и извлечь для того, чтобы не повторять как минимум тех ошибок, которые делали? Я уверен, что каждая власть нынешняя, они должны проанализировать деятельность всех предыдущих властей и понять, что эти должности не прихватизируются. Это временно. Если народ тебя избрал, не знаю на какой срок, но ты должен стараться, очень торопиться на этот срок делать как можно больше хорошего. Потому что уходя, остаются хорошие дела или сплетни, или какие-то умозаключения. Поэтому я бы порекомендовал, чтобы они хорошо вникли во всех сроков управления разных, скажем, руководителей, сделать выводы. И постараться поторопиться, не допускать хотя бы ошибки тех, которые были. Не наступать на одни и те же грабли, а стараться сделать лучшее. И не последний момент, не надо продолжить практику. У нас как происходит? Кого бы, кто бы ни пришел новый, все выбрасывать, все, что было до него, все плохое. И только впервые каждый говорит, что это... Впервые за историю этого государства это мы делаем. То есть надо строить основу государства и делать правопреемственность. То есть должна быть преемственность государства. Поскольку мы, как люди, приходим и уходим, но молодое поколение должно создавать и развивать государство. Поэтому я и бы порекомендовал это и, с другой стороны, попросил не наступать на те же грабли. И если не могут они пригласить, привлечь других, если даже не члены партии.